сумма месячных зарплат 10 тысяч долларов. Ну, вообще-то, если несколько сотрудников, то это не так и много. Вы не знаете, сколько их там. Добрый начальник предлагает всем, у кого зарплата до 500 долларов, то есть 500 долларов или меньше, ее утроить. А остальным всем повысить на 1000 долларов. И тогда сумма зарплат станет равна 24 тысячам. Злой начальник, услышав это, решил: всем, у кого зарплата больше 500, снизить ее до 500. А тем, у кого меньше, оставить как есть. Какая станет сумма зарплат после того, как злой начальник выполнит свое требование? Сначала добрый, потом злой работает? Нет. Или что? Добрый мечтал, злой сделал. Точно меньше. Еще раз. Добрый начальник мечтал. Вот если он утроит тем, у кого зарплата не больше 500 долларов, и повысит на 1000 всем тем, у кого она больше, чем 500. И вот тогда сумма стала бы равна 24 тысячам. А в реальности злой начальник всем, у кого больше, чем 500, снизил до 500, а остальным оставил как? Надо различать, как выбранное обещание и реальность.